Пришло время рассказать об этом долгострое. Опустим всякие ненужные подробности. Расскажу только о деталях, из которых этот долг собран. Начну с корпуса. Это корпус, так сказать, стандартный, из алюминия марки 6061, широко разнесенными фланцами, чтобы собранное на этой втулке колесо имело большую жесткость. Драйвер стальной на 9 зубчиков. У него там внутри втулок скольжения и два радиальных подшипника плюс стопорное колесо пружинное. В клатче у нас нет привычных шариков. Вместо шариков в клатче стоит вот эта пружинка. Ось алюминиевая, ЗВ-95, ширина 135 мм и внешним диаметром 15 мм. Чтобы алюминиевую ось не разъела, не стерла в труху стальной пружинкой, я сделал гильзу стальную, по ней будет скользить клатч. Два конуса на эту втулку сделаны из этого же V95, и у них есть это зубчатое колечко от втулок хоп. Мне повезло эти колечки выцепить, я их сюда поставил. Болты стальные, каленые, очень похожи на болты Profile Racing, только метрические, под шестигранник 8 мм. И шайбочки для болтов, вот такие вот. Сюда утопляется шляпка, и все это очень аккуратно выглядит. Ну как-то так, не знаю, что еще сказать.